дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Сластёна. И сегодня мы с вами будем готовить сырники. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Творог 500 грамм, мука полстакана, яйца 1 штука, сахар 2 столовые ложки, масло топленое 20-30 грамм, соль по вкусу. Процесс приготовления. В миске растереть творог. Добавить к творогу яйцо, сахар, соль и муку. Тщательно перемешать ингредиенты. Масса должна быть мягкой и не прилипать к рукам. В случае, если творог очень жирный, количество муки можно увеличить. В стол или доску посыпать мукой. Скатать из творожной массы небольшие колбаски диаметром примерно 5 сантиметров. Нарезать колбаски поперек на равные куски толщиной 1 сантиметр и обварять в муке. Затем на среднем огне в сковороде разогреть топленое масло и выложить сырники. Обжарить до румяной корочки. Все! Сырники готовы! Приятного аппетита! Если вы хотите узнать, что мы будем готовить в следующий раз, тогда подписывайтесь на канал и порадуйте меня лайками! Также рекомендую посмотреть, как приготовить пирог-слойку с курицей и шампиньонами и блины с картофелем и чоризо! Увидимся в следующем видео! Пока-пока!